Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity. Завершили мы где-то вот тут, на улице, да, логично. И сейчас мы, ребята, бежим дальше куда-то на задание, куда нам нужно. Так, я хочу вот это перепрыгнуть, как это можно? Немного как-то по-странному, ну да ладно, побежали. Куда-то сюда, да? Давайте побежим. То есть, если я понимаю, вот там, где у нас на карте снизу знак вот тот, нам туда нужно. А ну давайте карту откроем. А как карта открывается? А как карта открывается? Или тут ее еще и нету даже? Чё там? Посетите один из парижских магазинов, чтобы улучшить свою экипировку. Ну, это пока что не нужно. Бежим мы туда. А ну, можем через это перепрыгнуть. Хоп. О, отлично. А через это... Хоп. По столам. Чего? Так, ладно. О, это что такое? Это магазинчик, да, какой-то? Ну, или что такое? Ну ладно, ребята, не будем мы пока что обращать на это внимание. Давайте дальше бежим, куда нам... О, давайте сюда залезем. Мы тут еще не лазали. Откроем, точнее, синхронизируемся, да? Вот тут, чтобы у нас была открыта местность, чтобы карта была открыта. Я не знаю, как карту открывать, действительно, что-то... Или она еще не появилась, так как это, можно сказать, начало игры, да, то есть еще ее нету. Фиг его знает, потом посмотрим. Так, как синхронизировать? Отлично, второе место. Что-то за город мне интересно, это не... Как он называется, я, если честно, не знаю. Нам даже не сказали, или я прослушал, не увидел. Ну да ладно, давайте, короче. Непрогруженные текстурки я там видел в здании одном, но это так, глазком, вам не скажу, где это было. Если вы заметили, то отлично. О, вот. А как прыгать? А, во. А, пофиг. С такой высоты это нормально, то есть... Убийца, он бы проломил вместо с той тележкой и сеном, и землю бы еще, наверное, проломил. Да уступите дорогу, месье. Так, ну что, нам сюда, да? Сложность играть, датчик прогресса. Играть. Воспоминания 3, ребятушки. Загрузка. Это загрузка в этом Assassin's Creed. А, нет, хотя сейчас быстро было. Добрый вечер, Оливье. Оливье. Месье де Лассер дома. Господин де Лассер, сегодня будет поздно. Ясно. Значит, пока что поговорю с Элизой. Очень в этом сомневаюсь. Мадмуазель сейчас на званом вечере, в ее честь. А во дворце. Званый вечер? Меня не позвали. Да, и лошадей тоже. Уверен, Элиза просто забыла. Ну да ничего. Так, а поздно это когда? Через час или через три, или может завтра. Я не задаю лишних вопросов господам. Что ж, подожди. Какой-то укуренный там чувак на заднем плане, или мне показалось. Идите в кабинет де Лассера. На верхний этаж, да? Потопали. Достигаем. Сейчас что нам нужно? Я там вижу, что там мигает вот тут. Что это? Читать. Мемуары господина Д'Артаньяна. Это Элиза. Так, дальше что нам нужно? Может подсунуть под дверь? Он увидит письмо, как вернется. Так. Ну, думай, быстрее. Ну вот, письмо на месте. Пусть и поздновато. А теперь во дворец. Фу, в таких лохмотьях и в канаву стыдно. Не то что на бал.
Постой, друг мой. Дай-ка я отнесу. О, спасибо, юноша. Отнес. Так, ну что? Загрузочка опять вот это. И во. Ух, какой парадный, да? Французский Эцио. Потому что реально смахивает, то есть то был Эцио Виталий, сейчас Эцио во Франции. Только не Эцио, а Арно. Арно. Шевалье из Телемы. Ваше приглашение. Ах да, оно у меня было, но по пути... Без приглашения не велено пускать. Отойдите. Следующий. Сейчас мы и так проберемся. Шар Габриэль Севя. Два гостя. Следующий. Внимание, запретная зона. Оставьте письмо. Сейчас ставим. Нажмите, чтобы где со стражником синим цветом. Ага, вот. Куда нам? Ага, вижу, там окно открытое вроде, да. Да где же, черт возьми? Тогда ненадолго, просто из вежливости. Никто нас не видит, это нормально, то есть обычно. Да куда ты? Слушай, чувак, куда ты лезешь? О, сюда. Отлично. Найдите Элизу. Нажмите Ctrl, чтобы влезть в окно. Ты сейчас мне этот совет даешь. Нажмите Ctrl, чтобы передвигаться скрытно. Упс. И как мне тут... Не знаю. Какая-то там церемония для дочки месье де Лассера. Он же туда смотрит, как мне через него пройти. Ага, вот, понятно. Сейчас. Там еще кто-то есть? Вижу. Чтобы покинуть укрытие. Не ту кнопку нажал, но вроде прошли. Отлично. Сейчас этот чувак. Скоро сменят, да? Вообще не беспалевно. Вообще, как это может? Это тяжело заметить. Ой, гляньте. У него башмаки дороже моих холмов. Как мне? Ага. Да ладно. Ага, понятно. Эй, ты там! Стой! А ну, вниз! Да, сейчас заметили, а вы меня да? тогда впустите? Что? Конечно, нет! Тогда, раз уж вам все равно... Я останусь здесь. Ты, слезай. Фух. Ну что, идем дальше. Че нам? Найдите Лизу, да? Это кто такие? Конечно. Так. Пока не вижу. А как я нам туда пройти? Я и не припомню, когда мы ага, вот. Все вместе. Вот сюда, ребята, нам нужно. Так, быстренько. Где она? О, она там сзади. Красавчик. Ух, какая. Спасибо. В другой раз. Как? Как ты мог? Как ты мог с ней не потанцевать? Элиза де Лассер. Мы следуем за Элизой. Извиняюсь, я мешаю вам танцевать, но уступите дорогу. Давайте между этими пройдем. Извиняюсь, не хотел, извиняюсь, между этими. Я вам помешаю немного поговорить, извиняюсь. Ну где ты, наша Элиза?
Извиняюсь, между... Извините. Не хотел. Она совсем не меняется. Извиняюсь. Стали так на пути. Простите. Вот стали на пути, фиг пройдешь. Мы еще и бегать быстро не можем, нужно так. Ох, уже можно. Упс. Ух, какая Лиза. Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, под стать твоему. Нельзя смотреть, нельзя. На тебе костюм моего отца. А на тебе платье? Не начинай. В нем и пошевелиться уже подвиг. Что ж, значит, нашелся какой-то веский повод? Да нет же. Если честно, сплошь формальности и чванство. Ужасно. Раз не приглашаешь на приемы меня, страдай. Я пыталась, но отец был против. Отец? А ну, откройте! Кто там? Беги, я отвлеку их. Что? Ты меня гонишь? Все не так просто. Объясню позже, а пока удирай. Ну нет, второй раз, как тогда в саду, у тебя не выйдет. Прекрати ребячество. В этот раз сторожевых собак нет. Беги. Боже, так это вовсе не бильярдная. Бильярдная. Что нам нужно? Покиньте дворец незамеченным. А если замечаем? Ну, пожалуйста, давайте замеченным. И мог бы там караулить. Никто нас не видит, мы невидимка. Как нам про... Куда нам идти? Просто показалось. Какого? Мы невидимки, идите вон. Не нужно смотреть, да ну, вы чё, ребяточки. Да твою ж мать, так неудобно кнопки они расположили, чтобы занять у Кэти, нужно на пробел нажать. Чтобы скрытно ходить, нужно на контрол. Чтобы вперед идти, нужно на вперед. Это как-то кнопки прям неудобно они расположили, мне так кажется. Вот, топаем. Жалко, что мы еще их убивать не можем. Мы невидимки. Не надо. А, ему пофиг, он погреться пришел у камина. Какая ему разница? Кто вообще сюда придет? Могу спорить, опять блевоту богачей с башмаков оттирать. Чувак, ты не обернешься случайно? И ты тоже там. Не вмешивайтесь в конфликты. Да мы не вмешиваемся. Все, можем бежать, тут уже нас никто не увидит. А хотя... Или это кто там? Что с вами? Слишком много шампанского? Месье! Месье! Что с вами случилось? Месье де Лассер! Север, уходи! Стража! Сюда! Убийство! Банальность! Это самое такое тупое, знаете, когда человек умер, ты приходишь к нему на помощь, типа, что случилось? И кто-то там кричит: «О, убийство, он его убил!» И фиг докажешь, как, типа... Ты же стоишь над трупом, что, как тебе доказать, что это не ты был? И сейчас как раз мы в тюрьме, да, окажемся, или мне кажется? Вот эта загрузка в Assassin's Creed, вот именно вот эта заставка. Столько грузится, что это сдуреть можно. Месье, ну поторопитесь немного. Загрузка. Ну вот реально, вот именно вот эта загрузка, когда вот эти две хрени крутятся, это реально очень долго. Можно поспать, ребята. Ложитесь там, немного поспите. Не надо это обрезать, пускай будет. Можно. Не надо это обрезать, ну, можно вздремнуть немного, пока это вот все грузится. Не, ну это, конечно, не очень, если вот так буду, но наконец-то загрузилась. Вот загрузка, офигеть, долгая.
был у Дамьена. Нет, прошу вас. А вот Арно. Изначально была разделена на три части. Нас сейчас убьют. О, Господи, смилуйся. Они перебьют всех пленников. Умолкни уже, ненормальный. Ну что, голый там? Вот именно вот на этих заставках немного провисает. Где я? Не знаю почему. В аду. В аду. Реально, на этих заставках ребята немного провисает, это не очень. То есть фризы бывают. В самой игре так, ну, как бы не глючит, чем вот сейчас. На заставках. Какие-то надписи. Рисунки, точнее. Арсенал. Так, это кто такой? На что уставился, щенок? Сам ты щенок. Какая музычка там? Так, это что такое? Это посмотреть. Какой-то сумасшедший там, пьяница или кто-то. Располагайся. Ну ладно, идем спать, походу. Франсуа де ла Сер. Де ла Сер. Они как-то букву Р так выговаривают. Франсуа де ла Сер. Ладно, пофиг. Да, а часы у него не забрали, да, то есть оставили в кармане. А если бы он там ножик себе в трусы засунул, и они бы его не проверили, да, потом ножик высунул и, не знаю, поубивал бы там всех. Где это взял, щенок? Не надо так шутить. Дай сюда! Ух ты, ниндзя. Ну, забирай. Если сможешь. И сумасшедший там тоже на заднем плане. Давай, малый, давай! Нападай, нападай. Что-нибудь не так, желторотый? Боишься боли? Давай! Ух, нифига себе! Так сзади! Ну что, щенок? Повезло тебе, щенок. Ага. А защищаться-то умеешь? Нифига себе у него жизнь. Что за какое-то старье? Конечно, кому как не тебе разбираться в старье! А ну повтори! Я уже все сказал, старик! Ну? Ну харе бегать и текстуры ломать. Ребят, мне уже надоело, давай. Наваляй ему! Ну! Ну, наконец-то! Отдай мои часы и рисуй себе дальше, старый пень! Рисуй? Тут, там, везде! Я про твои каракули по всем стенам! А где? А ну идем, щенок! Убери от меня руки! Смотри сюда! Ты чего? Вглядись! А ну, вглядись! В чем дело? Вся кровь, да, пропала у него, что было на рубашке. Смотри. Что это? Послание прошлого. Я облазил половину тюрем в Париже, чтобы найти их. Как тебя звать? Арно. Арно Виктор Дориан. Дориан. Да. Я Пьер Белек. Друг Шарля.
Ну, конечно. Убит в Версале. Когда? 76-й? Кажется, в декабре. Без свидетелей. Откуда? Твой отец был ассасином. Понятно. Свобода. Так же, как у Эдса, отец был ассасином, пока его убили, но... Держись рядом. Если доживешь, вступишь в братство. Почтишь память отца. Все это невероятно увлекательно, не сомневаюсь. Но мне не до того. Мне срочно надо найти Элизу. И ты хочешь искать ее здесь? М? Бери свою деревянный меч. 2 месяца спустя. Нифига себе, столько в тюрьме там просидел. А там уже за улицей крики. И революция. Гарматы. Да, уже все трясет. Трясется. Еще раз. Эй, не спи, щенок. Что там творится? Народ бунтует. Гляди в оба. Возможно, нам удастся сбежать. Извиняюсь, ребята. Ну да, уже революция. Вот там флаг Франции, прапор. Пушки поля. Для нас гром канонады предвестник свободы. Никого не выпускать. Не отставай. Оглушите вора, занять укрытие. У нас нет времени. Давай. Вставай. По какому праву? Говорил же, не бейте охранников. Тихо! Стоять! Ты выживай лицом к стене! Стоять! Здравствуйте, месье! Как поживаете? Чаечочка не хотите? Кофеечка нет? Ну, сообразите что-то. Не, ну ладно, не хотите. Значит, мы вас убьем. Тупые стражники. Так, пора выбираться отсюда. Упс. Эй, там! Кто? Там, щенок! Беги со всех ног! Подержусь, держусь. Я быстрее, чем ты, бегу, поэтому пошевели своими. Да держи-ка их, щенок! Хоть один заденет, я с тебе 7 шкур спущу. Не убежишь! На тебе, зараза! А как обыскивать? Вот это мне интересно. Обыскать. Чтобы восстановить здоровье, нажмите Q. Билет, замок открыт. 4. У нас проблема. Бегунки так себе. Так реши ее. Как восстановить Билет. Здоровье нужно восстановить? Окружайте его. Билет. Я не понял, как восстановить, что там нужно нажать. Чтобы... А как восстановить? Быть того не может. Я не знаю, как там выбрать, да хоро не стрелять. В окно! Это потом еще, ребята, нужно будет разобраться, как вот это совсем. Ух ты, вот это... Да? Система тут. Давай, вперед, точнее вверх. Говорю, я еще не в курсе, как вот это тут работает, как лечиться, как выбрать вот это. А, вот как карта, на таб, а не на... Сейчас, подожди, чувак, ты там погоди немного. Мышка это не работает. Вот, по бокам я могу, да, то есть 1, 2, 3, 4,
5-6 идет. А как использовать? Сейчас, ребята, я просто извиняюсь, я даже не знаю, как использовать вот эти дымовые гранаты. И как вот туда наверх подняться к вот этому, к зелью. Ладно, потом разберемся, потому что я сейчас... Я сейчас не знаю, ребята, как это все сделать. Так, сейчас нам сюда. Сюда! Да как это работает? Остановить пленников! Так, этих всех перебить, да? Перебить, точнее. Давайте избежать на кто! Да как не вылечиться? Брось оружие! Если нас сейчас убьют, будет не очень. Как работает вот эта хрень с лечением? Нельзя никак выбрать. Я вообще не догоняю, как это выбирается. Один, там идет слоты, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А как сверху и как снизу выбирается, это не знаю. И даже те, что слоты, я нажимаю на тот слот, нельзя никак кинуть вот это. Вот, например, сейчас. Как кинуть гранату? Вот, я выбираю дымовую гранату. А, F! А, ща, я более-менее понял. Харе по столам лезет, лазит. Давай. Сюда! Огонь, черт вас дери! Остановить пленника! Так, не движемся! Некуда бежать! Ты на месте стоишь! Оу, ну и залагало, когда я кинул вот эту гранату. Стоять на месте! Стоять! А? О, двух убили. Еще одного завалили, отлично. И там еще один, да, или еще двое. Вот, сейчас всех. Обыскать, давайте обыщем, что с них выпадает. Куда теперь? Ну, деньги, что еще? Отлично. А вниз потом как? Здесь уже. Ну, сбирайся. Сейчас залезем, куда нам там надо. Я сдаюсь. Ладно, не убиваем, если ты сдаешься. Эти лаги, просто игра действительно не очень так оптимизирована. И чего ты застрял? Очень заметны эти фризы. Пора... Что? Именно совсем когда меняется картинка. Вышел, нет, я его пропил и давно. Живо сюда! Не могу, это невозможно. И когда показывают лица и волосы, вы заметили, ассасину? Что в Assassin's Creed очень хреново проработаны волосы, они как-то шевелятся потом. Не будут трястись. Вот опять. Так пригодись. Подкидываются, волосы стоят. Вверх так, потом опять падают, потом пропадают. Вот опять. Очень хреново волосы проработаны. Отойди от края. И очень глючные картинки. Картинки очень отличные. Вот, опять волосы. Ну что, ребята, нападайте. Я вас подожду. Давайте. Ну, ладно, не хотите, так не хотите. Ну почему такие глючные картинки? Фиг его знает. Супермен так полетел в воздухе. Assassin's Creed и Unity. Все, ребята, конец игры. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за то, что вы прошли со мной игру. Как видите, уже финальные титры. И что я хочу сказать, игра очень коротенькая вышла. Ну, такая, знаете, две серии, это очень такая мелкая игра, то есть... Ну, что поделать, такая игра получилась, ребята. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта игра. Ну, история как-то не очень, что-то вообще, чувак какой-то появился, попал в тюрьму, там какая-то Лиза, и... Все, конец игры, видите, уже, ребята, грузится, уже прощаться нужно. Сохранение, финальная часть. Все, ребята. Или нет, есть продолжение. Или это после титров, то есть.
намекается после титров что-то, нет? Нет, это продолжение. Интересно. Очень хреновая оптимизация, ребята. Это очень заметно. Холодный прием. Они как-то очень плохо сделали. То есть очень глючная при заставках. Очень, очень большие проседания. Из-за этих волос. Смотрите, как они дергаются. Просто обратите внимание на волосы и смотрите только на них. Смотрите. Твой отец был не тем, кем хотел казаться. Да и мой отец тоже. Я прекрасно знаю, кем был мой отец. И кем был твой. Наверное, это судьба. Ты ассасин. И я тамплиер. Ты? Ты удивлен? Тамплиер? Нифига себе. Отец хотел, чтобы я шла по его стопам. Теперь мне осталась лишь месть. Клянусь. Я не виновен в его смерти. Это не так. Нет. Нет. Жизнью клянусь, это не я. Это... Письмо, адресованное отцу в день его смерти. Читай. Магистр де ла Сер, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Не верьте никому, даже тем, кого считаете друзьями. Да хранит вас отец понимания. Эл. Нашла на полу в кабинете отца. Нераскрытым. Я не знал. Это типа и из-за него. Тоже. Он не успел доставить письмо откуда вовремя, поэтому знать? Его... Он не прочитал, и его убили. Ну. Прошу. Опять фриз нереальный. На этих заставках это просто сдуреть можно. Как я заметил, во всех играх... Ну, почти практически во всех на заставках больше лаги, чем в самой игре. Я не знаю, почему это так, но... Потому что в заставках, я не знаю, лаги только тогда, ребята, когда показывается лицо и когда у них волосы начинают дрыгаться. Точнее, они дрыгаются из-за того, что лагает. То есть залагало, после лага, когда уже разлагало, волосы дрыгаются. Я не знаю, заметили ли вы или нет, но это очень заметно и меня это бесит. Сите. Сите районы. Месье. О, это Париж. Это Нотр-Дам де Париж. Или нет? Опять нереальный фриз был. Бухой французский Эцио. Часы. Двигающиеся волосы. Опять заметно. Опять. Живые волосы. Ну, у французов это везде так, ребята. У французов... О, опять, опять. Это живые волосы там. Это понятно. То есть, к этому обращать внимание даже на это не нужно. Они просто, знаете, как у медузы вот этого... вымышленного там персонажа, да, у которого, которым своим взглядом делает камни из людей, так и так у всех французов, то есть у них волосы живые. Что это такое, черт побери? На монете какая-то. Опять фриз нереальный. Опять волосы дрыгающиеся. Ладно, ребята, я не знаю, почему такая хреновая оптимизация. Опять волосы. Париж. Теперь Париж открыт для вас. Вы можете свободно исследовать город или начать следующее задание в режиме одиночной игры. Ребята, на этом давайте закончим эту игру. Ставьте лайки, есть... Так, ща наушники спадут. Ставьте лайки... Нет, сейчас продолжить. Во. Ставьте лайки, если вам нравится игра. Если будет нормальное количество лайков, я замечу, что она вам нравится, и больше будет Assassin's Creed, нужно его все-таки пройти, и до того же выхода Far Cry 4 я хочу вообще очень поиграть уже в эту игру, но к тому времени можно немного в баганный Assassin's Creed поиграть. Ну, в принципе, игра такая, более-менее мне пока что нравится, если бы вот не эти лаги, я не знаю почему в этой игре такая оптимизация, ну, как бы очень такие лаги, мне так кажется, я не знаю почему. То есть все игры нормально, а именно вот в этой очень большие лаги. Я просто не представляю почему. Во, очень когда зависает, и то есть было нормально, сейчас началось. Ну, ладно. То есть, ребята,
Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.